Во славу монолита, во славу монолита, монолит, монолит, монолит всему голова, монолит, монолит, монолит. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Влад. Так, ну что ж, ребят, дождались. Долгожданное продолжение модификации от Зауруса. Тихо. Иди ко мне, да ты ж моя хорошенькая, моя ж ты пусечка. Прям ко мне в ручки. Это что у нас? Ночная звезда. Ой-ой, какой подарок, ребят. Это знак. Модификация нас приветствует. Это модификация под названием «Поиск». Это вторая модификация из серии про группировку «Апокалипсис». Собственно говоря, сейчас будем разбираться, где мы, что мы, как мы. Но я уже понимаю, что мы в Припяти. Продолжаем разбираться в здешнем мире, то есть понимать всю его суть, все его грани. Перед выходом модификации «The Last Stalker», которая выходит у нас в 2016 году. Собственно говоря, «Апокалипсис» мы прошли, ребят, очень быстро, надежно и уверенно за 6 серий. В принципе, там у нас было все очень просто, там старый добрый стрелок, там куча проблем. Вроде как все проблемы решили, но в конце модификации нам, собственно, разработчик прям в лицо, вот, бляха-муха, с двух лопат КамАЗ подъехал, еще не знаю, баржа приехала, вот прям вот целая баржа. И вот непонятная информация, какой-то клон стрелка, короче, слишком много нам подкинули какой-то непонятной инфы. Надеюсь, сейчас мы будем со всем этом разбираться, то есть нам подадут, собственно, информации для того, чтобы ответить на те вопросы, потому что вроде как это... модификация, вся эта серия модов, она связана, то есть серийно, поэтому, то есть если там появились какие-то вопросы, то здесь должны быть ответы, по идее, ну, вроде как так, поэтому сейчас будем разбираться. Играем мы вроде бы уже за другого персонажа, то есть это не стрелок, в каждой модификации свой персонаж, своя натура. Мы играем за кого, мне просто сейчас интересно данные. Славен, да ладно, Славен, ветеран, группа «Поиск», опачки. Вот это, ребят, нормально. За Славена я хочу поиграть. Славен, парень очень даже хороший. Так, это сразу собираем. Я человек, конечно, не жадный, но, как говорится, ночная звезда, как говорится, валяться просто так не будет, поэтому нужно забрать ее. Есть что-нибудь еще? Еще какие-нибудь звезды, там, не знаю, я все забрал, как бы. Я человек не жадный, но деньги лишними не бывают. Так, вроде больше нет нихера. Опачки. Светильники. Старые добрые светильники. А, нет, это у нас что такое? Это у нас колобок, разрыв плюсовой, ни хрена себе. Радиация минус 30 кристалл. Жесть какая, слушайте, обмазались артефактами прям, слушайте, ни хрена себе. Вот это нормальная тема. Так, ладно, монолиту поклоняться мы не будем, хотя... Мой священный монолит, о боже, мой священный монолит, 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 услышь меня. Священный монолит, 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 монолит. Не, ну так-то мы люди культурные, сдержанные, поэтому я, собственно, не стал поклоняться монолиту, как вы поняли, все у нас отлично. Так, это, так понимаю, наша группировка «Поиск», у всех дагерки, а у нас тоже дагерок? У нас дагерок, ёлки-палки, 50 патронов, самая убойная пушка в ЧЗО, ребят, просто, не знаю, крошитель танков. Просто когда у тебя снайперка херачит крупнокалиберными патронами, это серьезная тема. Так, с кем нужно поговорить? Я вот просто не понимаю. Здесь такие разношерстные ребята. Егор Гончар, есть новость от немца? Кто-то нам на входе в сеть пакетом бьет. Рация сдохла. Посмотрел бы, а? Ты ж спец. Так, пойду поковыряю. Нам кто-то сломал рацию. Отлично, ребят, нам кто-то сломал рацию. Прикольно. Причем бьет ее пакетами, то есть специально ломает нам рацию. Это нехорошо, ребят, это нехорошо. Хотя вроде как группировка «Поиск» не имеет же себе врагов, то есть мы же вроде помогаем людям найти пропавших без вести людей, которые затерялись в ЧЗОшке. Классные ребята, такие бравые парнишки в штанишках. Кстати, тайник остался? Сука, где тайник? Под люки заныкали, заштукатурили все. Я ж помню, здесь тайник был, я ж находил его. Здесь же был тайничок, я прям помню, такой нормальный с кучей костюмов. Вот гады, а? Забетонили все, зашкурили. Так, это не рация, а вот это походу рация.
Стульчик, пожалуйста, подвиньтесь, сэр. Значит, Сарац, а что с ней не так? Стоп, что-то было. Я что-то видел. А, это дверь заперта. Ноутбук. Ноутбук явно не пашет, ребят. Я, конечно же, не электрик, не эксперт, но мне кажется, когда он выключен, то он не работает. Так, рация. Ну, подвертит учими. Так, это сюда, тут сюда, волны сюда. Блях, мух в натуре не пашет. Вот, я не эксперт, но вот так на вскидку посмотрел, вроде не пашет. Рация, поэтому... Что с ней сделать в душе не чая, братан? Есть какие-нибудь другие варианты, потому что рация, ну, как бы ей пиздец, дружище. Рацию почти не удалось, выходные высокочастотные погорели. В общем, запчасти нужны. Да, всякое бывало, на что остаться без связи. Детальки, значит, нужны. Ага, подведем итоги. Что мы имеем? Убитую в хламину рацию, шестерых замечательных чуваков. Чего у нас нет? Жратвы, денег и медикаментов. Ну, еще баб, виски и там всякая херня. Патроны и водка тоже кончаются. Ах ты ж бляха-муха. Ну ладно, патроны, но то, что водка кончается, это, ребят, проблема. Это прям бьет нам по трубам, которые горят с каждым днем, каждый все больше и больше. Так, связи нет, рацию надо чинить. Все кто-то так нам канал перекрыл. Может смотаться к Лукашу, поделиться под чем-то сможет. Нужна связь, связаться с немцем. Может новый контракт есть, а мы в незнанке сидим дурака валяем. У Лукаша и рация есть, сам видел. Не, далеко, братан, на радар, бункер пошукать, не факт, что там что-то тыщется. В общем, так, бойцы, я прогуляюсь за станцией, там отдельные спецназовые группы остались, а может, у них что-то есть, а вот и разживемся. Остальным разойтись. А чего один, я с тобой? Не, братан, я по-быстрому туда-сюда, как бы одна нога здесь, другая там, вообще без проблем, поэтому давай-ка. Хозяин, барин, помни, главное, славен, не ешь желтый снег. Ну, это я понял, это как бы да. Это старая добрая притча. Найти рацию для демонтажа. Я понял. Так, сейчас нужно отправиться, получается, на территорию станции. Там у нас остались с предыдущей части со штурма военные, я так понимаю. Скорее всего, военных должны быть рации. То есть, ну как это, военные без рации? Это что за, не знаю, пехота такая? Саперников, блин. То есть, сейчас у них берем рации, их рацию разбираем. Ну, нам должны, в принципе, подарить. Мы вроде как люди хорошие, помогали в штурме. А потом эту рацию засовываем сюда. Как говорится, все чиним. Звоним этому немцу, говорим, брат, где контракт, и работаем. Ну, как говорится, ребят, все нормально. Так-с, ребятушки, ну что ж, прибыли. Дом, милый дом. Ох, здесь в прошлый раз было весело, мать твою, какие-то непонятные ребята. Здесь куча была апокалов. У нас была куча бригад военных. Бляха-муха, долг, свобода, стрелок. Ох, месиво здесь было знатное. Теперь-то остались только горы трупов. Но это вроде как не наша уже проблема, поэтому... Так, где здешняя моторизированная мотопехота? Короче, отряд военных. Ребят, мне нужна ваша рация срочно. Прям вот по-срочному. У меня слетела моя рация, из-за этого моя группа сидит в жопе. Просто вот в непонимании. Здравствуйте. Он тянется ручку подать. Я это... Давай пятюню. На, держи. Отдал парню крабика. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ребята, к нам нейтралы. Вроде как мы с военными дружим. У вас там крыша в ангаре полыхает. Как-то все это очень даже стрёмно. Здравствуйте, бойцы. С кем можно поговорить? Лейтенант Курвиц. Нет, мне нужен парень званием повыше. Вот, повыше званием. Дружище. А это что? У тебя какая-то телесная защита или что? Так удобнее стрелять? Я просто вот не понимаю. Хотя да, слушай, прям удобно. Я понял, да, хорошая темка. Так, вот здесь какие-то ребята у нас сидят непонятные. Ай, ты смотри. Наши старые добрые друзьяшки. О, там пошли, ребят, какие-то военные анекдоты. Отлично, аптечечка. Аптечечка — это хорошо, потому что что? Потому что Владислав любитель, скажем так, поймать все аномалии, все радиационные очаги, поэтому нужно лечиться, иначе я помру просто на втором шагу. А здесь у нас нет нихера. Пацаны, люди добрые, с кем тут с вас нужно поговорить? Лейтенант, нет, вот ты. Майор Кузнецов, да ладно, тот самый, что ли? Ни хрена себе. День добрый, майор. А, Славен, что встал? Проходи, группе поиск, почету уважуха. У нас рация накрылась медным тазом, блять. Удивительное совпадение, у нас тоже. Послали с утра гонца на склады. Понятно, увидимся, майор. Что с ним делать, с этим пополнением, а? Нормальные люди больше войны не идут? Он нам сказал проходить. Я ничего не понял, пока что все очень странно. Меня это начинает пугать потихонечку, потому что у нас сломалась рация. У них тоже сломалась рация. Я, конечно, опять же, я не эксперт, ребят, но мне кажется, у военных рации делаются так, чтобы они не сломались никогда. То есть вот ты, не знаю, залез в песок, в мазуту, в горы как ах, спустился, не знаю, в песчаную дюну, вылез, и рация, сука, работает, потому что это рация военных. Но видите, какая интересная ситуация, то есть у нас сломалась рация, ну хрен бы с нами, у них сломалась рация, прям тоже сейчас. Бляха-муха, что-то здесь, ребятушки, нечисто. Так,
С кем нужно поговорить? Ёлки-ёлки, тихо-тихо-тихо-тихо, где артефект против радиации? Вот он, сразу нацепляй. Отлично. Так, это что у нас? Плюс разрыв, тоже нацепим. Еще артефактик, отлично. Богатеем просто, ребят, на глазах. Так-так-так, тихо-тихо-тихо, радиация, не надо, пожалуйста, не надо. Я, конечно, парень стойкий, но вот всякие вот эти вот тяжелые радионуклиды мне не нравятся в моем организме. Пожалуйста, выведите их туда. Еще опять, да что ж такое? Везде радиация, хотя странно, да, как говорится, возле ЧАЭС, в центре, откуда здесь радиация? Да я здесь не должно быть в принципе, ну вы че? Ну... Так, вот, людишки какие-то появились. Ребят, кто из вас главный? Мне нужно поговорить с главным. Вот он не похож на главного, поэтому не буду с ним разговаривать. А вот там есть наш друг. Опачки. Ни хрена себе. Это все коту под хвост. Здорово. Ярославкин, да ладно. Ветеран зоны, мастер, ты смотри, дослужился. Здорово, Ярославкин, как служба? И чего вам дома не снится, сталкеры? Куда собрался, Славен? Где твоя шайка? Нужно, короче, рацию починить, запчасти ищу. А где мои орлы, я тебе не скажу. Ладно, слышь, Славен, может, ты наши заодно починишь? В долгу не останусь. Ну, видно будет, если смогу, то починю и вашу. У тебя водки нет, башка раскалывается. Угадал, капитан, водки нет. Что ты все время ржешь, веселишься, все ну-ну. Не грусти, служба, найду, принесу, полечу. Найти лекарство для капитана. Такс, мне от этого вообще легче не стало. То есть, ну, прошел я сюда. Ну, узнал, у парня горят трубы. У нас тоже водка кончается, как говорится, нам он, Егорка доложил, что говорит, у нас тоже водяра кончается. Это проблема такая, знаете, в ЧЗО очень большая, потому что паленку пить никто не хочет, а настоящая водка очень кончается быстро. Так, каков план действий дальше? У нас куча артефектов, у нас есть даже патрончики из буханка хлеба, аптечки антирады, но нету... А, у нас есть оружие, но, в принципе, не страшно. Есть какой-никакой костюмчик, ветер свободы. А задание найти рацию для демонтажа и найти водяру для Ярославкина. Интересненько, интересненько, где же их искать здесь на станции? Не самое людное место. Я, конечно, понимаю, что станция похожа на большой Ашан, но это не он. Пойти, что ли, садить внутрь, в рубку операционную? Хер его знает. Ну, давайте разбираться, ребят, давайте. Такс, ребят, ну, мы, собственно, спустились в сам саркофаг. Не знаю пока что зачем. Наверное, на это какие-то есть причины. Нет, не хочу покинуть локацию. Я хочу войти в локацию. Я уже вижу какие-то трупы. Что это за... Здравствуй. Чё, блядь? Это еще что за окаянная херня? Саркофаг же вроде бы наш. Так, а труп за дверью, бляха-муха, мне б сварку. Я бы дверь-то с петель-то испилил. Какой-то ящик не открывающийся. Опа, тихо-тихо, открывающийся, но он пустой. Крик кровососа. Откуда здесь кровососяндер-то взялся? Это пока что вообще не ясно. Здравствуйте. Врагов нет, только горы трупов. Ну как горы, точнее один, и я, скорее всего, знаю, чей это труп. Да. Так, сейчас, может быть, нужно нычку проверить, на самом деле, почему бы и нет. Вдруг здесь что-то имеется, я, наверное, сохранюсь. Мало ли что там, форс-мажор, сейчас помру от радиации. Так, здесь все просто пусто. Уже все обчистили до нас, причем много-много раз. А снизу здесь куча радиации. Смерть, смерть, череп, гроб. Нет? Что внутри? Внутри что у нас? Внутри у нас называется ящик, сука, спаяли, со всех сторон не открывается. Подлюки. Ясно. И куча какого-то навоза. То есть экзика нам не выдать. Ну ладно, ладно. Ветер свободы нам тоже скатит, в принципе. Хороший комбезик. Такс, труба. Труба, не мешай, слышь, труба, ёпмамать. Батя идет, что-то трубы понастроили. Такс, ребят, я подозреваю, что там... Да что за рычания такие? Я подозреваю, что этот труп это Харон. Это Харон до сих пор там лежит, разлагается, потому что больше просто нет вариков. Наверное, это от игры намек, что нужно сейчас к нему сходить. Посмотреть его тамошний труп. Вдруг что-то за это время изменилось. Вдруг в его трупе образовался какой-то непонятный КПК. Или какое-то оружие осталось, хер его знает. Так, а где вход? Я забыл опять. Где вход в этот, в саркофаг? Стоп, стоп, он, по-моему, чуть-чуть повыше, да. Постоянно теряюсь в этом гребаном саркофаге, не знаю почему, ребят. Я могу выбраться из тайги с звездными глазами, ногами и руками.
без еды, тупо на одной булочке с солью. Но вот найти с первого раза вход в саркофаг туда к монолиту я не могу. Не знаю почему. Потаенное какое-то для меня место. Такс. Что-то пищит, пищит, зараза, что-то пилимкаешь. Аж страшно, что-то, ребят, пилимкает, пилимкает. Так, где вход же, ну ё-моё. Где план помещений? Ну почему не повесили план помещений, ну что такое? Проектировщик козел. Так, я помню, была лестничка, ну помню, такой маленький узкий проход. В нем лестничка. Такой берешь, красиво, заходишь. Там хоп-она, все дела, монолит. Ага, нашел. На самом деле не так уж долго искал. Так. Это еще что так? Я, пожалуй, обойду. Как-то я не особо уверен в своих силах, чтобы вот так ходить по раскаленным непонятным частичам. Частичкам. Так, на верхотуру поднимаемся. Здесь, кстати, когда светло, не так уж, в принципе, и стрёмно. Харончик, это ты у нас лежишь там, да, дружище? Ну я как бы за тобой пришел, понимаешь? Я тебя не брошу, не переживай. Так, там что-то горит, ё-моё, какая-то аномалия или что это такое, непонятно. Так, а залезть-то как? Вот дальше вот. Здесь можно, интересно, или нет? Ну-ка, мегапрыжок. Оп! А, хорош, хорош, просто вот красавчик. Не зря занимался прыжками в высоту. Какая-то интересная, ребят, на самом деле страшная штуковина. Не знаю, что это такое, какая-то пси-энергия, что ли, излучается. Да, ребят, это Харон. Это Харон. А что у нас у Харона? У Харона есть консервы. Так, и КПК Харона. Последняя запись. Мои предположения были ложными. Не оружие здесь разрабатывают эти ученые черви. И я видел стрелка. Не того, что сейчас со сталкером военными штурмует станцию. Звуки боя доносятся даже отсюда. А того, кем его вывезла сюда на грузовике смерти. Не мне это уж, но мне это уж все равно. Что? Что? Что я прочел только что, ребят? Еще раз, эти записки от Монолита. Мои предположения были ложными. Не оружие здесь разрабатывают эти ученые. И я видел стрелка. Не того, что сейчас со сталкерами военными штурмуют станцию. Звуки боя доносятся даже отсюда. А того, каким его вывезли отсюда на грузовике смерти. Но мне это уже все равно. Ага. Так. Ничего не понял, но будем разбираться. Как говорится, следствие покажет. Я, в принципе, понял. Понял его намеки. Мы в прошлый раз, ребят, с вами видели одного очень интересного персонажа. Зовут его Стрелок. И когда мы играли за Стрелка, мы видели второго Стрелка. И это был какой-то непонятный клон, что ли, наш, или хер его кто он был. Так, где спуск вниз? Тихо. Вот не прям сразу туда лицом падать, понимаешь? Это нехорошо. Там аномалия, все дела, можно помереть. Так, где спуск, сука? А где лестнички-то? Где лестница, ребят? А, все вижу. Так, только аккуратно, аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Да ёб твою... Славен, Славен, ну соберись, Славен. Вот тебе по щеке. Все, собрался, Славен, ну что это такое, Славен. Ну мы же лезли нормально, ну зачем ты упал? Так нельзя, дружище, так нельзя, так можно и разбиться. Как бы колено и суставы, они как бы, понимаешь, они не железные, они как бы нормальные. Так, а где выход-то из этой херни? Адовая карусель. Откуда я вошел? А, вот, вот, вижу. Такс. Будем, короче, сейчас разбираться, что за клон был в том случае стрелка. Скорее всего, ученые создавали, хотя я даже не знаю, что они создавали. В смысле, оружие, которое клонирует людей, как-то это странно. Я так понимаю, теперь нужно сейчас просто подняться туда, в эту, в рубку командную, и там, собственно говоря, уже что-то пытаться найти. Только для начала нужно найти туда в нее вход, где его опять заныкали в какой-то стене, заразы. Так, забежали, ребят. Командная рубка, которая находится на территории самого саркофага. Что здесь может быть интересного? Не знаю, может, какая-нибудь флешка, записка, смс-очка. Что-нибудь еще? Есть что-нибудь интересненькое? Тихо, что это было? Опа! Раз водка, два водка, три водка, четыре водка. Так, лекарство для Ярославкина мы нашли. Ёлки-палки, это что такое? Магия вне Хогвартса? Или... Я что-то не понял, ребята, это как-то подозрительно. Это очень подозрительно. Бляха-муха. Так, ну мы нашли, ребята, лекарство для Ярославкина.
Сейчас, наверное, стоит даже перезарядиться. Я не знаю почему, типа и зачем, но я что-то хочу перезарядиться. То есть, какое-то у меня есть подозрение небольшое. Сейчас туда, короче, зайду. И обратно не выйду. Просто так водка валяется посреди пола в большом объеме. Мне страшно. Что это было? Почему в глазюках потемнело? Здравствуйте. А нам... Да что ж так... Я слышал, ребят, дверь закрылась. Дверь закрылась! Всем, кто меня слышит, ведем бой в прибытии на территории детского зала. Долго нам не продержаться, патроны кончаются. Братва, прощай. Что? Всем, кто меня слышит, ведем бой в прибытии. Что? Кто? Куда? Какой бой? Кто с кем? Кто ведет? Пацаны, сейчас подъеду. Звони, звони Анзорику. Быстро, 99-я, тонированная. Сейчас все будет. Да секунд, все, я понял, выезжаю. Где? Так, все закрыто, мать твою. Куда мне сигать, в портал, что ли? Бляха-муха, была, не была. Не работает. Твою налево, подожди, как выбираться-то? Двери замуровали, демоны. Откройте, пацанов бьют. Сука, сейчас я тебя распилю, не такие вскрывал. Бляха-муха. Фонарик нихера не видно. Так. Тут у нас петли какие? Петли зашитые. Не видно, сука, корабельная дверь ебучая. Мразота. Открывайся, блядь, наших жах. Так. Собраться с мыслями. Так. Ну-ка, может, эту штуку надо сломать? Секундочку. Не ломается. Аномалия. Двери замуровали. Пацанов пьют в Припяти. Как? Что? Куда? Блядь, вообще не ясно, ребят. Так, Ватсон, нам нужна помощь, Ватсон, какого черта? Ватсон, нас замуровали просто. Здесь дверь, там дверь, какая-то херня непонятная, Ватсон. Здесь же все элементарно, Ватсон, как здесь, что, как выход-то найти, Ватсон, елки-палки. Что за хрень, едите его. Ватсон, нам нужна помощь, причем срочно, Ватсон, там наших парней нагибают в Припяти, в детском саду. Вдвойне стрёмная затея, что нужно найти, что-то не понимаю. Электрощиток, сука, работай, тебе говорит Ватсон. Холмс, ёб твою мать, нас замуровали, демоны просто. Только один тазик оставили красный. Опа, это еще. Опачки. Опа. Опа. Это как такое произошло? Так, спасибо, Холмс. Холмс, спасибо. А что мы нашли, что-то я не понял. Флеш-диск с кодом активации машины перемещения. Машины перемещения? Ладно, просто меньше вопросов, больше дела. Там наших нагибает, поэтому выдвигаемся на территорию Припяти, я так понимаю. У нас больше вариантов-то и нету. Такс, ну мы вышли, ребят, на свежий воздух опять. Я очень этому рад, прям несказанно. Погода просто охеренная. Молнии, грозы, телепорты, дождяра. Ништячок, ребят. Прям вот классика жанра. Блин, вышли с тыловой стороны. Сейчас придется обходить просто херит сколько. Здесь куча телепортов. Опа, 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 па. Кто, что, где, откуда? Опачки, опачки. Ученые. Причем они все нам враги. Какого хрена, ребята, вы кто? Что? Не убивай, не убивай. Ха-ха-ха-ха, убью всех. Иди ко мне, Жора. Жора, стой, Жора. Жор, ну подожди, ну ёб твою мать, Жора. Ха-ха-ха-ха. Не убивай, я ранен. Что у меня было внутри? Ни хрена. Блин. Я так надеялся на аптечки. Гору денег. Кокс. Носки новые. Ёлка новогодняя. Они просто пустые. Ладно, да хер с ними, что не будем их трогать. Найти рацию для демонтажа. Да, это сейчас, ребят, очень важная проблема, потому что мы повидали до хера всякой херни. Здорово, братан. Не стреляйте! Я не стреляю, я бью с руки. Это разные вещи, дружище. Опа! Не такие уж они пустые! Етить колотить! Я думал, вы, ребят, это... Стой! Стой, я уродивый! Сука, догоню же, падла! Иди сюда! Я мастер спорта по бегу! Брат Усейна Болта! Что так... Ни хрена себе он резкий. Тя, удар кобры в прыжке. Двойной. Да я не стреляю, придурок. Я с ножа тыкаю. Это разные вещи. Колотые раны. Раны от осколочного ранения. Ёб твою мать. Ты смотри. Бля, Крейзи Фрог вонючий.
Да сдавайся, ну все, упал, сдавайся. Ну там это, я сдаюсь там на колени. Хэндэхох. Блин, затрахал. Ты меня просто затрахал. И бегает. Зачем? Не знаю. Ты мне просто не понравился. Так, БТР не пашут. Окей, тогда просто... Ребят, долго тупить не будем, просто выдвигаемся дальше. Пытаемся найти сейчас выход на станцию 1. То есть мы сейчас находимся на станции 2. Нужно выйти к первой станции. Найти запчасти для рации. Ля-ля-ля-ля-ля, чё творят, елки-палки. Ладно, этих пощажу, так и быть. Хотя один сам умер, или я убил его. Нет, сам умер. Они, блин, сами умирают. Я сдаюсь, не стреляю. Да не стреляю я вас, чё вы как эти? Вообще, как говорится, не трогаю, они, блин, что-то выкобениваются еще. Странные какие-то ребята. Так, ладушки, что у нас здесь может быть? У нас здесь огромный поток энергии сочится из реакторов, генераторов, куча телепортов, все в огне. У нас не особо много патронов. Вопрос-то сейчас только в том состоит, где находятся запчасти для рации и как отсюда го выбраться. Не, ну, конечно, стрелочка есть-то хорошо. Правда, бежать 400 метров, етить, колотить. Я просто мастер спорта по бегу на короткой дистанции, а не на длинные. Три человека появилось. Кто? Блин, а я патрон уже все просрал. Три человека. Где? Где? Стоп. Кто нас видит, ребят? Какие нахрен три человека? Кто этих три человека? Там кто-то есть? На эту башенку можно залезть? Нет, правда? В смысле, прям можно залезть? Ну, пожалуйста. А мечта была так близко. Ну, почему? Ну, нормальная железничка. Ну, ё-моё. Капец. Оттуда можно было бы так сиганякнуть. Ладно, я попытался. Не сработало. Но зато я попытался, ребят. Попытка не пытка, как говорится. Я, конечно, все понимаю, типа, зона, чудеса, сказки, но, бляха-муха, просто огромный комплекс промышленной атомной электростанции. И я вот так вот шел и просто посреди поля нашел рацию. Не, это правда? Вернуться на базу поиска, ага. Так, проблема номер один решена, точнее уже вторая. Мы нашли водку для Ярославкина, мы нашли рацию для себя. Теперь осталось только отсюда выбраться. У нас есть два варианта. Сейчас можно вернуться просто на территорию, собственно говоря, комплекса. Зайти внутрь. Выйти к саркофагу и... А, ну в принципе да. Да, ребят. А чё тупить? Там же дверь открылась-то. Зачем круги нарезать-то, а? Тогда можете просто вернуться, как говорится, и выйти с командной рубки в другую сторону, в сторону саркофага. Ё-моё. Точно. Так и быть. Так и сделаю. Так, ребята. Какого чёрта? Я выбрался на территорию... Собственно говоря, ЧАЭС-1 из саркофага. Я Славен, майор Винтер, группа НАТО. Привет, я могу пройти? Стоять, не дергайся, ты на мушке. Ты с дуба рухнул, дай дорогу, майор. Оружие, снаряжение на землю, сталкер. Спокойно, уже кладу. А теперь слушай, сталкер, незаконное проникновение на территории станции карается расстрелом на месте. Бойцы, ко мне! Ни хрена себе! Внимание! Твою мать! Ребят, я обратно, можно в станцию? Хорош, до свидания, всего вам хорошего, наилучшего, маме привет передавай. Так, бляха-муха, крайне интересная ситуация, ребят. Так, ну шмотки-то я свои подобрал, которые я здесь оставил про запас. Правда, все равно, ствол утилизировался целиком, то есть и пистолет, и дагерочек, который я так полюбил, нас сразу его забрали. Аптечки, конечно, есть, артефакты, водка. Я, конечно, могу ее в голову разбить об бутылку или бутылку об голову, но, бляха-муха, чем убивать-то? Хоть что-нибудь, ребят. Ну, палочку небольшую, не знаю. Самотык какой-нибудь. Вот банальные какие-нибудь вещички, но что-нибудь нужно. Мне с чего убивать-то этих гадов? Опа! Тебя ж здесь не было. Да что, сама зона нам помогает, что ли? Ни хрена себе. Так, ножик есть. Нет, ну в принципе, я, конечно, понимаю, что Рэмбо, режим, все дела, там какие-то бойцы НАТО, но у нас есть ножик. Правда, не ясно, чей, как бы откуда-то взялся, но он там откуда-то взялся, ребят. Это знак.
Так, ну у нас полный фарш, в принципе. Шмотки есть, нет, правда, бабла. Хотя там было 5000 рублей, на все, поэтому не жалко. Есть аптечки. То есть к бою мы готовы. Вот только вот шанс того, что мы сможем сразу с рывка подойти к парню и, скажем, в голову засадить с удара с ножа, крайне малы, но мы постараемся. Говорится, не один год воюем, поэтому должны, в принципе, суметь. Так-с, ребят, все оказалось немножечко проще. Там был очень странный прикол. Артефакт под названием «Ночная звезда» пошел гулять. И он своей прогулкой затолкал, не представляете, знаете что? Пистолет затолкал под трубу. Так что я теперь, ребят, при пистолете, я его, собственно, смог найти. У нас есть пистолет. Патронов крайне мало, мне нужно убить буквально одну цель, чтобы разжиться патронами. Здорово. Фонарик вырубаем. Так, операция «Кобра». У меня гранатку там, вон, ребята, так хорошо сладко сидят, блин, что просто пипец. Так, тихо. О, сразу, смотри. Здорово. Ух, нихрена себе, у меня жахнуло. О-хо-хо-хо. Братан. Нихрена себе, чё могёт. Так, ну-ка еще раз так выйди, пожалуйста. Тихо. Хорошо. Так, даггерочек. Отлично, даггер мой вернули. А теперь красиво работаем по этим петушкам. Да ладно тебе, успокойся. И тебе всего хорошего. Кто еще остался жив? Ребят, вы где? Ребятушки. Ребятуль, ну вы чё? Теперь все нормально, теперь я с даггерком. Теперь я чувствую очень хорошо. Прям королем чувствую себя. Как будто только что вернулся в санаторий. Так, еще два человека остались. Где они? Где? Тихо, откуда? Ну откуда пальба? Ну. Что за херня? Откуда ты гасишь, урод? Не вижу, ребят, хоть убейте. Ладно, выходим, просто выходим. Все, вижу на карте его, вижу. Ой. Ёб твою мать! Это ж было опасно! Мог убить на самом деле. Спокойно. Все, убили всех. Так. А теперь разбираемся. Ты кто? Ветеран НАТО, майор Зима, майор Винтер. Ёлки-палки. Какая кликуха-то, а? А чё ж ты летом напал? Так, здесь у нас что? Джонни Дое. Собираем со всех шмотки. Лишними точно не будут. А где заход? Есть заход. Дирдочка. Так, консервочки. Стволы у всех. Ты смотри, какие М4А1. Бляха-муха, такие вот хер найдешь, когда нужно будет. А у этих парней, прям, смотри, у каждого. Странно. Так, тоже такая жемочка. Бинтики. Интересно. Так, водку нашли, бабло себе нашли. Кстати, играем всем поровну, походу, наши бабки раздал. Задача. Что случилось, узнать новости? Вернуться в Припять. Я понимаю. Только для начала еще нужно найти ребят, которые здесь были раньше. То есть, окей. В Припять-то мы вернемся. А вот где, собственно говоря, подразделение Ярославкина, Кузнецова? Где все эти архарацы? Они же охраняли подход к станции. Каким образом они допустили подход вот этих натовцев, я не понимаю. Как же все странно. Поломанные рации сначала у нас, потом у военных. Прибытие вот этих вот охламонов. Как-то все, ребят, нечисто. Прям вот, ну, грязненько. Давайте, скажем так, не будем обманывать. Прям грязно что-то, ребят, на вид, не знаю почему. Так, где против радиации? Нашел. Ой, какая сочная-то пушка с коллиматором. Ё-моё. Вкусняшка, мне нравится. С такой готов, ребят, воевать прям бесконечно. Где наши ребята? Куда все делись? Чё за херня? Пиплы, ну вы чё? Здесь же бригада была. Опачки, вот где? Где? Где вы, ребят? Так, на ощупь, идем на ощупь. Что-то слышу, а может быть им нет. Спокойно. Спокойно. Это чё за херня? Так, ребята, здесь какие-то непонятные парни находятся. То есть там у нас был агентура из НАТО, которая нас разместила по-жесткому, а здесь нейтралы. Так, ребята. Ребят, вы чьих будете? По форме вояки, вроде бы наши. Так, здесь у нас, ребят, какой-то убитый. Это у нас кто? Анисьев лейтенант. А здесь у нас что? Патроны для РПГ-хи, РПГ-ха, забрать все. Так, ребята, а что это за подразделение-то, а? Что за ударный отряд Кобра-2? Нихрена себе, забрать все. Так, абаканчик. Ничего себе. Так, а вы чьих будете, друзья? Кузнецов! В смысле? Так,
А какого хера вы здесь, а не возле охраняете вход в саркофаг? Что за... Что творится, дружище? Что за псих... Что за психи кругом? А ты кто? Чё? Я Славен, группа Поиск. Почему вояки напали на меня? Славен? Не припомню. У тебя водка есть? Есть, на, похмелись. О, сейчас полегчает. А, Славен. Ну, слава богу, вся пришел. Чего вы здесь под беспределе-то творите? Зачем ты снова здесь, Славен? Тебя уже давно бросили искать. Думаю, ты или сгинул где, или свалил из зоны. Но узнаю, что ты жив, охота продолжится. Какая охота, Кузнецов? Совсем мозги пропил. Где Ярославкин? В розыске. Что? За что? Что он успел натворить за час? Не за час, за пару секунд. Стояли они в бинокль и видел, значит, Ярославкин стоял 3 апса и 2 натюка. Стояли ля-ля-ля-ля-ля, и вдруг Ярославкин достает Вальтер, бац-бац, 5 выстрелов, 5 трупов. Он хорошо стреляет, грохнул на этих и пошел себе. Куда пошел-то? Кто его знает? В общем, полтора года уж, как он в международном. Что? Понятно, ты главное не волнуйся, белка она тварь такая. Поспать тебе надо, майор. Ладно, бывай. Так, ребят, я это, немножечко в шоке. Я просто не уверен, что это майор, как бы говорится, у него напала белка, что у него все плохо с мозгами. У меня есть подозрение, что мы попали в пространственный пузырь. И вышли спустя полтора года. Сходили, блядь, за водочкой, сука, за рацией, в саркофаг. Ебись оно конем в два уха. Интересный поход, интересный. Но будем надеяться, что это не так, ребят. Будем верить в то, что Ярославкин у нас, точнее Кузнецов, реально пропил все мозги. И наши ребята сейчас находятся в Припяти. То есть мы сейчас к ним придем, с ними поговорим, и все у нас будет окей. Я прям в это очень верю. Ну а если это не так, то у нас большая проблема. Прям такая нормальная, нормальная. Так, ребят, ну мы прибыли на территорию нашей нычки. Группировки Пояс, как видите, ребят, нет. И это, как говорится, все, пиздец. Мы, как говорится, попали в аномалию пространственную, просрали полтора года. Нет здесь нихера, ребят, тайника нету. Рация на месте. Неисправная рация, здание выполнено. Зашибись. Какая-то записка. Что за записка, пока что не ясно, давайте прочтем. Боевой журнал группы Поиск. Последняя запись. Почерк Андрея Чо. Славен, достало тебя ждать. Решили смотаться на радар, по маслята. Может, и кабачки пострелим. Если не успеем вернуться засветло, ночевать будем в Припяти, в ДДУ. Андрей Чо. ДДУ это что, детский садик, наверное? А, точно. Детский дом, какой-то там, я не помню, как он назывался, ребят, к сожалению. Это про него была история, когда мы попали в рубку, помните, появилось сообщение, что наша группа бьют ребята. Бляха-муха, это будет вообще печально. Сейчас мы приходим туда, в, собственно говоря, этот детский садик, а там трупы валяются этих наших ребят. Чё-то, ребят, какая-то жесть. Какая-то, ребят, тотальная жесть. Думаю, пока что на этом закончим. Вот такая вот у нас модификация под названием Поиск. Вторая в серии, собственно говоря, вселенной Зауруса. Что по ней можно сказать, ребят? Пока что все так же круто, как и обычно. То есть здесь много беготни, да, до черти много беготни, но сюжет просто поражает. Он интригует, и причем это, наверное, первый мод, в котором, блях-муха, вот интригует вся вселенная. То есть обычно серийные моды в Сталкере обсираются, потому что персонажи не раскрыты, неинтересны, и, как говорится, все, что же происходит во второй части, на первую насрать и так далее. То есть не связаны никак между собой и модификации. Здесь же, блин, то есть все персонажи интересны, все персонажи связаны, все это очень интересно, круто подано, поэтому будем разбираться. С вашей стороны, ребят, жду активности и лайков, но я буду стараться снимать качественный контент, качественное прохождение, чтобы оно было интересным, так же, как оно было в Апокалипсисе, так же, как оно было упавшей звезде честь наемника. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, всем удачки и пока-пока. Во славу Монолита, во славу Монолита, Монолит, Монолит, Монолит всему голова, Монолит, Монолит, Монолит.